У меня вопрос ко всем людям, которые покупают чайное дерево, чтобы вылечить грибок ногтей. Ну что, вам помогло? Ну, если, чтобы вы понимали, это просто чистый маркетинг. Ну, то есть чайное дерево по медицинским показателям никак инфекцию вам вылечить просто не может. Может вылечить препарат, который содержит клотримазол или климбазол. И желательно, чтобы производство было либо израильское, либо американское. И желательно, конечно же, не индийское. Нет, ну, конечно, вы надеетесь, что чайное дерево за 100 рублей вам поможет. Но я хочу посмотреть, есть такие люди, которые чайным деревом вылечили трахеветон? Нет, ну, если вы есть, поставьте плюсик, мне прям даже любопытно. Нет, меня удивляют люди, которые хотят вылечить грибок просто чайным деревом. Для того, чтобы вылечить грибок ногтей, во-первых, нужно его диагностировать, знать, какой у вас штамм. Если штамм требует, надо принимать таблетки, нужно обязательно препараты с клотримазолом или климбазолом, обязательно делать зачистки, проверить свою стопу, постоянно все капать, мазать, и, возможно, через год вам повезет. Да, если будет хорошее средство, то, конечно, это произойдет быстрее. Поэтому не тратьте свое время на просто маркетинг, просто пользуйтесь хорошими препаратами. И давайте с вами поступим так. Если это видео наберет больше, чем 1000 просмотров, то я сделаю 5 бесплатных консультаций для того, чтобы просто так свое время, деньги не тратили.